Прогулки с динозаврами. Но уже в триасском периоде появляется множество различных древних рептилий. Оглушающий рев оповещает о приближении огромного стада Плацериас. Они спускаются из папоротниковых зарослей на утренний водопой. Эти животные впечатляющих размеров и весом в тонну не относятся к динозаврам. Это гораздо более древние рептилии. Когда-то существовало много различных видов этих мощных рептилий, населявших Землю, но теперь Плацериас — единственный выживший вид. Но и этот вид находится в опасности. Несмотря на их устрашающий внешний вид, на самом деле это миролюбивые травоядные. Их бивни предназначены, чтобы выкапывать корнеплоды. Но во время столкновения двух особей они превращаются в смертельное оружие. Охваченные ужасом Плацериас спасаются бегством, но они слишком медлительны, и один из них смертельно ранен. Корнеплоды среди высохших папоротников. Plac Sirius.